Новый теракт в Волгограде, второй за последние сутки, унес жизни 11 человек. Таковы официальные данные, которые приводят в правительстве. Сегодня утром возле одного из городских рынков взорвался троллейбус, переполненный людьми. По информации, на эту минуту в больнице доставлены 22 пострадавших, в том числе 8-месячный ребенок. Сообщается, что у многих выживших тяжелые ранения. Их могут эвакуировать в Москву спецбортом Ил-76, он уже готов к вылету. Для усиления группировки МЧС в город дополнительно направлены сотрудники спасательных подразделений, включая психологов. Ну, я могу выразить свое мнение. Лично я считаю, в терактах виновата правоохранительная система про Владимира Путина. У нас люди, работающие в ФСБ, аффилированные с ФСБ, МВД, зарабатывают миллионы на этих терактах. Им невыгодно прекращать эту диверсионную террористическую деятельность.